Ну что, Доста Волна, подводим итоги матча 2-0, победа Волны. У нас в студии Николай Маркин, Ростислав Певнев. Рос, начнем с тебя. Уступили, хотя могли сегодня, да, взять серебряные медали, достаточно было не проиграть. Почему так? Почему 0-2 на табло? Ну, почему так? Команда «Волна» непростой соперник, понятное дело. Мы играли, я считаю, игра, в принципе, была такая, на встречных курсах. Где-то равно, где-то они там доминировали, где-то мы доминировали. Просто «Волна» забила свои моменты, а мы свои моменты, не, к сожалению, не забили. Сделали из их вратаря хорошего вратаря. Вот, плюс он там тащил, ну, тащил. Плюс нам немножко не повезло в реализации, и какая-то была нервозность, особенно когда мы начали проигрывать 1-0. Могли забить, не забили. Так бывает, это футбол. Долго шли вторыми мы, но, к сожалению, может быть и к счастью, топ-3 тоже ж неплохо, да? Стали третьими. Поэтому не хватило реализации. Николай, делись эмоциями. Два раза в сезоне обыграли Досту. Что скажешь сегодня 2-0 на табло? Хороший матч в вашей команде. Комментируй. Спасибо Досте за игру. С Ростом абсолютно согласен. В абсолютно равной игре. Примерно с равным количеством голевых моментов. Мы реализовали, они нет. Вот. Абсолютно уважение к этой команде. Небольшой сарказм. Сегодня Середняк в не очень красивой форме обыграл одного из флагманов. Два раза в сезоне одного из флагманов. Кто знает, тот поймет. Вот. Соответственно, ну, блин, классная игра. Погода хреновая, несмотря на солнце, холодно очень. Вот. Мы очень рады, что мы заняли второе место. Тем более, ну, рады, что в последнем туре это все решалось. То есть интрига, к сожалению, только второго места была до конца. Ну, футбол, он такой цикличный. В том году Доста на коне нас обыгрывала, в этом году мы, в следующем году посмотрим. Новый сезон, эта игра уже забылась. Будем готовиться к новому сезону. Надеюсь, что чемпионат будет в следующем году, ну, будущий. Вот, будем играть, будем биться. А сейчас перебьемся где-нибудь на... У нас голосование идет в Коломягах или в Софийской «Волне». Ты за что, Сереж? Сергей Валентинович, за что, собственно говоря, что он сегодня пообещал? «Волна» сегодня действительно хорошо выглядела. Какие сегодня, не знаю, там речи, может быть, перед игрой говорил ваш президент? Да он лис, он такой, да, за второе место, типа. Валентинович, что сегодня? Он за что сегодня играем? За второе место. Вот. Ну, я думаю, он отблагодарит как-то. Вот. Мы же бесплатно играем. Но иногда Сергей Валентинович благодарит нас. Вот за... Может, сегодня отблагодарит, посмотрим. Не знаю, ничего. Да он вечно бегает, то мячи подает, то гавкает. Ну, в большей степени на меня почему-то, не знаю. Так вот. Стеслав, можно ли сослаться на какие-то сегодня кадровые сложности? Кто не приехал, там, да, знаю, Кузнецов приболел. Доста сегодня не менялась там шестерками, да, точечные замены по одному, по два меняли. Почему так, не блоками как-то? В общем, скажи что-нибудь по этому поводу. Почему, кого не хватало? Ну, мне не хватало травмы. Был бы я, может, полегче было. Но это тоже сарказм, не знаю. Кузнецов заболел, да, у него температура. Немножко... усеченный состав, но опять же, нам нечего сетовать на состав, у нас были замены, у нас, мы немножко перестроили просто игру, там Дмитрий Михайлович как бы менял блоками, не менялись мы там ни шестерками, ни семерками, немножко по-другому, ну мы понимали то, что против «Волны» немножко по-другому было на нас играть, в принципе у нас это и удавалось, и получалось, и первый тайм так на равных, и как бы в принципе нас и ничья устраивала, где-то может быть это тоже подкосила «Волна», вот правильно руководитель «Волны» Валентинович сказал, что возможно, чуть-чуть они больше хотели вот, сегодня победить. И вот этот вот психологический момент, может быть, сыграл против нас такую злую шутку, то, что нас как бы ничего устраивало, в итоге 0-2. Вот. По кадровым моментам у нас как бы все было хорошо. Ранняя игра, утром холодно, ветер. Ну, не знаю, вот ровно где-то год назад, да, мы также играли с «Волной» по снегу. Нам там больше, лучше получалось. Сегодня в «Волне» очень много таких техничных игроков, которые там в середине, там тик-атака делают. Вот. Нам чуть-чуть проваливалось, чуть не получалось. Потом, опять же, мы перестроились. Немного центр старались прикрывать. Но, опять же, все ссылаясь на то, что фаза завершения у нас просто ну, не хватило. То, что хватило, например, вот у «Волны», они забили, мы нет. Поэтому, ну, третье место, как бы мы немножко разочарованы, если так, но с другой стороны,
мы в тройке, мы вверху, и как бы будем продолжать делать выводы, ну, как бы делать выводы из наших ошибок, чтобы их больше не допускать. И это касается не только каких-то точных игр, а также касается, чтобы стараться длинный путь провести, не терять очки, например, как мы теряли, да, забираем у богатых, отдаем бедным. Ну и где-то вот мы на своем месте, наверное, потому что мы два раза проиграли в Волне и одно очко у нас с Артиком, все. Поэтому мы, наверное, там, где мы и есть, все по делу. Скажи, пожалуйста, вопрос по Чегелю. Много тогда по ходу сезона, не только я, рады за Юру, вернулся действительно после такой тяжелой травмы, хорошо выглядит. Вот сегодня при счете 0-1 достаточно долго находился на скамейке запасных, там даже, можно сказать, валялся у бортика, мы даже испугались с Евгением, такое ощущение, что он травму получил, но, слава богу, вернулся. Почему такая долгая была у него пауза, не выходил при счете 0-1, вам требовалось забивать, один только Панько был впереди, почему не переморозили там его на скамейке запасных? Ну, я в тех интервью отмечал, да, там Чегеля, пели ему серенады, вот, все по делу. Но такое бывает, когда после там каких-то супер хороших игр, может быть, вот он с утра сегодня, ну, не вошел в игру, где-то что-то не получалось, причем там были у него ошибки, не буду говорить как бы на камеру, но так принял решение Дмитрий Михайлович, мы играли в одного Панько, потом уже мы сбились на двоих нападающих, но было уже поздно, вот, поэтому не переморозили, просто тактические моменты наши, вот и все. Коль, мы сегодня отметили в репортаже, ну, понятно, да, там Фалалеев отыграл на ноль, в первом тайме хорошее спасение сделал, но сегодня прямо вот оборона, Василенко и Сальманович, да, там Мерчук тоже выходил, подменял, но Василенко без замен, просто такая действительно следующая стена, мне кажется, обоих можно смело в сборную тура брать, что скажешь? Ну, вам со стороны виднее, наверное, я так в игре был, ну, хороший матч они, да, провели и Антон, и Саша. Да и Илюха, если последний не шел обыгрывать, как бы, ну, тоже получается неплохое. Именно то, что своими действиями они выполнили, наверное, на 5 с плюсом. Вот то, что Лешу и то, что тренерский штаб их просил, там Игорь Перелогов с Ваней Липатом, они, я считаю, с Лешей справились практически полностью. Вот. Ну, если включите, Дима и Саашвили не включат столько много игроков Волны в символическую сборную. У нас тренер это ни разу за год не включил. Мы это Досту обыграли, когда в первом круге. Первое, на тот момент встречались первое, второе место. А, короче, всего... ну, я к этому вообще отношусь. Вы вообще можете никого не включать. Но когда, наверное, первое, второе, наверное, Рост даже со мной согласится. Первое, второе играет, и кто-то выигрывает, короче. Ну, бля, наверное, тренер как бы в символической сборной, и когда первое, второе играет. Ну, условно говоря, когда кто там сейчас? Зенит, Спартак играет. Ну, наверное, если Зенит выиграет, Симак в символической сборной, да? А у них там... Я не помню, короче. Ну, то есть, блин, с уважением к тому тренеру, который тогда попал, ну, это смехопанорама, бля. Так что, ну, нам, мы вроде второе, а у нас тренер ни разу в сборной. Я думаю, что и Дима Зуев, мне кажется, ни разу в сборной. Ну, как дела там, блин? Вообще. Так что... Может, извини, перебиваю, может, у вас просто слишком большой тренерский штаб. То там Перелогов, то Липатов, то Давиденко, Даня, привет, то ты, кстати говоря. Ну, если сегодня никто не попадет из тренерского штаба, ну, у нас Игорь сегодня Перелогов главный, Дима, вот давайте, ну, вот разок его включите, ладно уж. Сегодня он, наверное, второй с третьим местом играл. А Арктик сейчас с кем играет? С районом. Район на каком? На пятом. Нет, все. Это, давайте, Игоря включите, пожалуйста. И Василенко, и Сальмановича тоже туда. Вот. Максиму Крановуху сегодня было важно забить ворот своей бывшей команды? Что скажешь? Макс играл за Досту. Доброе утро, Николай. Максим Корнаухов играл за Арктик. И за Досту в позапрошлом сезоне. Мне кажется, ему в каждом матче, как нападающему, он голоден до голов. Вот. Он всегда расстраивается, когда не забивает. Ну, важно ему, наверное. Я даже не знал, что он за Досту играл. Прикольно. Просто... Кратенько, не знаю, понятное дело, всех волнует. Что дальше? Сегодня крайняя игра. Есть какое-то понимание вообще дальше, как Доста в отпуск, пауза, что вообще будет, тренироваться или какие-то турниры? Есть какое-то понимание, информация? Или опять же все это будет вот после сегодняшней игры? Нет, ну, конечно, Доста будет жить. Пока сейчас мы уходим в отпуск, потом, возможно, у нас будет, когда мы будем готовиться к новому сезону, мы будем тренироваться... ОФП у нас зимой, да, всегда. Вот. Возможно, заявимся в какой-нибудь турнир, ну, как обычно, да, подготовительный.
это уже руководство решает. Доста, как бы всегда, вот в том, как-то меня Женя Юланов спросил за то, что будет ли жить Доста или не будет. Доста будет жить, Доста будет играть. Финансирование есть, команда есть, форма есть, все у нас есть. Как бы нам просто нужны места, как бы победы, да. Они будут, я верю. Вот. Будем также тренироваться и готовиться к новому чемпионату. По поводу Коломяги там, или там где Софи, ну, зимнего турнира, я не могу сейчас точно сказать, я даже не знаю, когда там будет этот турнир. Вот. Но там посмотрим, примем решение, куда заявиться, чтобы поддерживать игровую форму. Так что все хорошо, как бы Доста будет, Досте жить. Единственное, хотел бы вот еще сказать такой момент, то, что сейчас вот будет чемпионат России, да, в Сочи. Я хотел бы действительно пожелать нашим командам, которые поедут защищать город, ну, защищать честь нашего города Санкт-Петербурга, да. Это там эксклюзив, волна, СБР. Амтел и Артик. Тут мы как бы, да, немножко как бы соперники, да, там много это, но там уже немножко другая сека будет, поэтому я призываю всех зрителей, телезрителей как бы смотреть, болеть за наши команды, потому что там будет, ну, отстаиваться честь нашего города, уровень нашего футбола. Вот мы, там, Волна, Артик, как бы кто бы туда ни поехал, они будут действительно там как бы защищать и показать, какой все-таки у нас. Мы тут варимся, да, в городе, как бы все друг друга знают. Но какой уровень футбола, там только это будет как экзамен, будет на чемпионате России. Поэтому призываю болеть, поддерживать все наши питерские команды. И надеюсь, что может кто-то из питерских команд что-то пошумит-то, выстрелит. И финал, не финал, кубок, не кубок. Волна как-то в 19-м или 8-м году, там за нее тоже пол Питера болела, да. И я надеюсь, что в этом году будет что-то такое же. Чтобы те же эмоции, чтобы там как бы, ну, кто-то, может быть, и кубок привезет. Поэтому верю и призываю всех поддерживать наши команды, ну, наши питерские команды. Коля, тебе, да, тоже пару слов, если про Сочи хочешь что-то добавь. Но у меня вопрос такой, не по Сочи, а по экс-морским. Два раза в сезоне обыграли, да, вот Досту. Первый круг вспоминал, да, в том числе были там футболисты Кристалла. Победный гол Кош забил. Наверное, пользуясь случаем, ты на камеру еще разок поздравишь Кристалл с исторической победой, своего любимчика, царя Мирона, с победным голом в ворот Синары. Ну, во-первых, Росту спасибо за теплые слова. Тоже, да, призываю всех болеть за все 5 команд. Сам буду болеть за все 4 плюс свою команду. Вот. Так, Кристалл. А я за Кристалл, ну, да, болею за Кристалл. И, честно, да, больше всех я поддерживаю, я лукавить не буду, Сашу Миронова. Я очень рад, что он забил победный гол. Так получилось, мы даже вместе отпраздновали. Он, ну, походу, видел, где я сижу. Он перехватывает, и я сижу сам. 5 самов, он ударяет гол, и все. Ну, я там радовался. Ну, я обычно как, ну, в себе держу голы, когда они забивают. Но тут я, конечно, с ним, ну, получилось, как мне показалось, что мы вместе отпраздновали. Вот. Я его обнял даже после игры. И я очень рад, что у четверков, которые на тот момент играли, получается, Лива, Кош, Мирон и Волков, да, их как тигров держали в клетке. В одну смену они что-то там это вышли, попинали мяч, а во второй забили победный гол. И я очень рад за них. И надеюсь и верю, что победа над таким мастодонтом, как Виссинара, придаст им уверенности. И надеюсь, что они сейчас не окрылятся, что они теперь всех обыграют. Не хотелось бы, чтобы, поднявшись туда, но они никуда даже сейчас еще не поднялись, чтобы они резко там им обухом сейчас в этом, в Новосибирске, как Андрюша Павлов начнет влево-вправо кидать, да, там, за которого я, кстати, тоже болею, переживаю, так как он в Волне очень близок. Соответственно, ну, да, только вперед, потому что я и Саше говорил, что такого шанса у тебя, может, в жизни больше никогда не будет. Цепляйся за него обеими зубами, и Ваня, и там, и все ребята, с которыми я играл 4 года в Аполло, которые подписали контракты, абсолютно всем желаю удачи и цепляться за этот шанс зубами. Такого у них, может быть, больше никогда в жизни не будет. Все, спасибо большое. Поздравим команд с окончанием сезона. Ростислав Певнев, Николай Маркин. Удачи в Волне в Сочи и другим командам из Санкт-Петербурга. Спасибо большое. До свидания.